для наших иностранных партнеров или потенциальных партнеров Камчатка вообще, в принципе, неизведанная с инвестиционной точки зрения территория. Хотя надо отдать должное, что за последнее время этот интерес, в общем-то, достаточно динамично проявляется в виде интереса побывать на Камчатке, в виде интереса посмотреть, а можно ли вложиться в Камчатку. На сегодняшний день, конечно же, остается самым интересным, это, естественно, рыбохозяйственный комплекс. Как бы его ни осваивали, он все равно будет интересен. И на сегодняшний день правительство Камчатского края, правительство Российской Федерации дает новые посылы. Это рыборазведение, это аквакультура, это моллюски. И на сегодняшний день Камчатка является благодатной территорией для вложения средств в эти виды бизнеса. Одно из главных направлений – туризм. Он на сегодняшний день до такой степени инвестиционно емок, что всем места хватит. Начиная от крупных игроков, которые готовы и могут вкладывать средства в развитие горнолыжных видов отдыха, так и круглогодичных. Это и малый бизнес, и средний бизнес, и крупные иностранные игроки.